Давай. Да вообще похуй, бля, забей, это вообще топич, нахуй. Бля, просто вышка. Да, я просто... Бля, я так никогда не радовался победе, бля. Первый раз с 2008 года у меня такая реакция, бля. Пиздец. Да, окей. Чизм, мы реально там пару минут держали эти два очка. Да, да, они... ну там канистра, да, если бы он залил, у них бы было больше очков, да? Или... Ну да, ему чисто хуйня. Короче, кто-то за плёбу играл, сдох прямо на месте, где кану заливать. Да, да, да. Он не пошел и думает, в пизду, типа, пойду да, поднимать. Да, машина стоял, да, он ждал и решил. Все, пошел поднимать, там уже и Жок, и я. И мне повезло, что у меня впервые в жизни наконец-то этот гром нормально заспавнился. И кто-то еще хантером прыгнул сверху второго, и все, пока. Давай. Я еще боялся пистолетиков лежать, а это убьет Грома, но, блин, не слава богу. Во, но его потому что Хан схватил, все, и он закрыл его. Да. Все, ясно. Блин, что-то эхо какое-то у Максима, что ли, там? Это может быть у меня, потому что я в подъезде, а может быть и у Макса. А, у тебя, значит, да. Бля, какой же кайф, нахуй. Вообще, да. Фу, блядь. Я прям реально, у меня под конец чисто уже ладошки, пиздец. Ну прям хочется вот это, потому что я вижу, что уже все лежат, нужно просто схватить и все. Да, да. А я вообще офигел, да, они. Ну они реально что-то странно, да что они так затупили. Ну под конец, да, они. Ну там у них один, видимо, вот этот да, с канистрой. Сначала они же могли, в принципе, из лифта сразу канистру взять и что-то как-то странно. Охереть. Кажется, они даже счет не смотрели просто в этот момент. Ну да, да, они ж потом удивились. Бля, ребят, я вас люблю, пиздец. Я в нём стоял около машины, даже не отходил, у меня никто не стрелял. Я в чувак, он, короче, у него, он был красный, стоял с тремя канами, я тут в него плюю, он падает, и три каны сжигаются. Он просто да. Стоял. Слушай, а вот последний, перед тем, как я громой последнего чувака схватил, кто, ты за плёву стоял на машине у этого? Да, у меня Бака. Не отстреливали, я тупо каны сжигал, стоял. Вот, да, и потом, получается, тебя убили... А кто хантером прыгнул? Вот этот чувак? Второй, ну, третий? Наверное, да. Бля, вообще топ. Ну, просто топ. Да. Если бы он не прыгнул, меня бы просто снесли, потому что там, ебать, они какие-то снайперы, надо все время подшёл. Да, да, да. Я вот боялся, как раз думал, блин, так обидно будет. А в итоге нет. Блин. И все, когда я вижу вот эту заставку, что все, мы выиграли, ебать, я просто заорал. Да, да, да.